продолжение темы технических инноваций. В областной столице появился еще один умный светофор. Объект появился на пересечении проспекта Калинина и бульвара Нагина. С запуском умного светофора для пешеходов, которые двигаются вдоль проспекта Калинина, теперь зеленый свет горит параллельно с разрешающим сигналом для транспорта, двигающегося по проспекту Калинина. Также светофор предоставляет пешеходам отдельную фазу. Водителей просят быть внимательнее и помнить, что при адаптивном режиме работы светофорных объектов их фазы меняются в любой ротации, могут быть разного набора. С 8 часов вечера до 7 утра в этот промежуток времени, чтобы пересечь проезжую часть, необходимо нажать на кнопку. Всего в Твери появилось 9 умных перекрестков. Всего в областном центре установят более 60 таких светофорных объектов.